Всем привет! И поскольку у нас сегодня карантин, это не повод не делать никаких упражнений для того, чтобы укрепить свою танго-постуру. Как вариант, можно укреплять и тренировать правильность выполнения упражнений и правильность своего положения тела с обычным стулом дома. Мы берем обычный стул, и сейчас мы ставим две ноги и стараемся выровнять себя, вытянуть максимально вверх за макушечку, вытянуть пресс, как мы это обсуждаем, проверить за счет того, где находятся наши тазовые кости, чуть-чуть толкнуть их назад, растянув пресс, и с этой ровной спинкой, только за счет того, что мы будем напрягать эти мышцы, попробовать сесть на стул и подняться с него. И снова медленно сесть на стул и подняться с него. Постарайтесь максимально сохранять вытяжение в области пресса, да. И как только вы сделаете пару упражнений, соответственно, вы почувствуете, что вы уже натренировались. Для тех, кто не знает, насколько это правильно по ощущениям, могу предложить попробовать взять какую-нибудь книжку или блокнот.